Ну, первый шаг это, так сказать, поселиться на земле, в сельской местности и производить продукты питания как минимум для себя, то есть полностью обеспечивать себя продуктами питания. Live as simply as possible. Вести как можно более простой образ жизни. In India, we found, I found the big difficult thing for devotees to give up is the cell phone. В Индии, по крайней мере, я заметил, что преданным очень трудно отказаться от привычки своей использовать мобильный телефон. Although no one was born with a cell phone in their Хотя человек же не рождается, не появляется на этот свет вместе с мобильным телефоном в руке. You might have to come back to the material world. I'm not going to back to Godhead unless I can bring my cell phone. Возможно, вам, так сказать, придется вернуться в материальный мир, если вы думаете, что мне нечего делать в духовном мире, если я не смогу взять с собой свой любимый телефон. Anyway, live as simply as possible. Ну, суть в том, что нужно вести простой образ жизни, насколько это возможно. Physically, it may be difficult. Физически, может быть, это трудно. Although it's more healthy overall. Хотя на самом деле это более здоровый образ жизни и для тела более благоприятный. But mentally, it's for the mind, it's much better to live. Simply in the lap of Mother Nature. Do you say Mother Nature? Ну, для ума это гораздо, так сказать, более благоприятная обстановка жить, так сказать, наедине, по сути дела, или как на коленях говорят в английском языке, у матери природы. It obviously the human society has changed drastically. Over the last 200 years. Безусловно, общество человеческое сильно изменилось за последние 200 лет. One of the changes which has become particularly pronounced in the last two or three generations has been the incidence of mental disease. И в последнее время, так сказать, одним из признаков, характерных человеческого общества, жизни людей в обществе, стали психические расстройства. And even among people who could not be called clinically mentally diseased, pretty much everyone is mentally distressed. И конечно же, не все люди страдают психическими расстройствами в явной форме, но в той или иной степени практически все испытывают психологические трудности и проблемы. And stress, depression, insomnia. Люди страдают от стресса, депрессии, бессонницы. These are to consider just like normal in modern life. It's like just normal. В современном мире все эти вещи стали нормой. No one's happy. На самом деле никто не счастлив. Also the study of psychology has arisen, which was not formerly part of the Western culture. Также появилась наука психология, которая раньше не была, или которая не была свойственна для западной культуры. And it doesn't seem that by the application of psychology, people are becoming any more happy or mentally stable. Но не похоже, что эта психология делает людей более счастливыми или более уравновешенными. Actually, psychology, although in the Western world it may be a new discipline, we find it's prominent in the Vedic corpus.
И хотя психология сравнительно молодая дисциплина на Западе, мы находим ее в ведической традиции. Oh, let me just backtrack a bit. Saying So one advantage of living on the land is to you won't get so many crazy people. Да, вернусь к теме сельскохозяйственных общин. Еще одно преимущество жизни в таких общинах заключается в том, что вам не приходится сталкиваться с таким большим количеством ненормальных людей. So directions for living on the land, for establishing Varnashram units, first thing is go on the land, live simply, produce what you need. That's the first step. То есть первая рекомендация, первый шаг для тех, кто хочет жить в сельскохозяйственных общинах, это поселиться в сельской местности, возделывать землю, вести простой образ жизни. And encourage others to do so. И вдохновлять других делать то же самое. And chant Hare Krishna. Повторять Харе Кришну. And show others that you are. In this way you will demonstrate how you are happy doing so. И таким образом вы на своем примере продемонстрируете, что вы счастливы жизнью и удовлетворены. So as far as Vedic psychology is concerned, что касается ведической психологии, we find in Bhagavad Gita itself that there's so much analysis of the mind and the mental states. Даже в Бхагавад-гите затрагивается эта тема анализа состояния как бы ума. I know that many devotees in Russia especially seem to be, or among the general people in Russia, there's a lot of interest in psychology. Мне кажется, в России достаточно велик интерес к психологии. Даже среди преданных. But this mundane psychology won't help us. Нужно понимать, на самом деле, что мирская психология ничем не может нам помочь. They really have no idea what they're talking about. Поскольку эти люди не имеют никакого представления вообще, о чем они говорят. They don't know that, first of all, they hardly even discuss the nature of consciousness. Прежде всего, они вообще не затрагивают эту тему сознания. Mind acts on the basis of consciousness. Поскольку ум действует именно через сознание, то есть в зависимости от вашего сознания. Consciousness is the symptom of the soul. А сознание является признаком души. What's this? Что это за шум такой? I don't know, they're performing some service, some seva. Oh, they're peeling carrots and vegetables. The world's loudest carrot peeler. I'm aware of it. They're doing it with a microphone. У них там микрофон лежит, что ли? Чтобы все знали, чем они занимаются. Maybe they're too enthusiastic. Maybe. No, Jerry. So, we should. Real Vedic psychology is given in Shastra. Настоящая ведическая психология описана в шастрах. Now, just to cover one area of psychology. Хотелось бы затронуть одну из сфер психологии. That is about material lamentation, grief and depression. Которая имеет отношение к материальным скорби. I'd like to read some quotes from Shastra and from our Acharyas. Хотел бы прочитать цитаты, выдержки из Шастры и Ачарьев. This is from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 6, Text 5. Это Шримад Бхагаватам, пятая песня, Chapter 6. 5, 6, 5. Шримад Бхагаватам, пятая песня, ваша шестая, текст пятый. What is the root cause of lamentation? В этом тексте говорится, что является корнем
скорби. Not only lamentation, but all other undesirable mental traits. Не только скорби, но и других неприятных состояний ума. Shukadeva Goswami says. Shukadeva Goswami говорит. The mind is the root cause of lust. Что именно ум является причиной вожделения, anger, гнева, pride, гордости, greed, жадности, lamentation, скорби, illusion, иллюзии and fear. И страха. Combined, these constitute bondage to fruitive activity. Эти оковы удерживают душу в рабстве кармической деятельности. What learned man would put faith in the mind? Just a second. Well, that's the last of this verse. Yeah. Так разве станет мудрый человек доверять уму? So lamentation is one of the elements that bind us to material life. Скорбь — это один из элементов, который привязывает нас к кармической деятельности. And it's manasijam, it's produced of the mind. И он рождается, то есть эта скорбь порождена, рождается в уме. So an intelligent and learned person should not put faith in the mind. Разумный, образованный человек не должен доверять своему уму. I feel like this. I see the world like this, and we're completely overcome by our feelings. Мы смотрим, воспринимаем мир через свой ум, свои чувства, и эти чувства нас буревают, одолевают. But one should rise above this platform and come to the platform of spiritual knowledge. На самом деле человек должен возвыситься над этим уровнем, уровнем ума, и достигнуть духовного, то есть уровня духовного знания. Otherwise, lamentation. В противном случае он будет скорбеть. Just saps us of all vitality. То есть и таким образом терять свою жизненную энергию, силы. So here we are, Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 5, Text 21-23. Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 5, Text 21. Песня 6. Глава 5, текст из 21-23. This is Angira Rishi speaking to Chitraketu, who is a king. Ангира Риши обращается к Читракету, который был царем. So he speaks to him as one would speak to a king in terms of his possessions. То есть обращается к нему подобающим образом, как подобает обращаться к царю. Ангира says. Ангира говорит. One's kingdom. Military power, treasury, servants, ministers, friends, and relatives are all causes of fear, illusion, lamentation, and distress. They are like a Gandharanaga, a non-existent palace that one imagines to exist in the forest. Because they are impermanent, they are no better than illusions, dreams, and mental concoctions. Is it really Canto 6? Mm-hmm. All right, then it's translate canto. It as I say. Yeah, because it's... Must be Canto 6, maybe it's the wrong. No, there's a Jamila story. Oh, it's, maybe it's 15, I don't know. Anyway, you can just translate it. Yeah, but it's... Then you have to... Yeah, okay. One's kingdom. Царство человека. Military power. Его могущество, военная сила. Treasury. Его богатство, servants, слуги, ministers, министры, friends and relatives, друзья, родственники, are all causes of fear, являются причиной страха, illusion, иллюзии, lamentation, скорби, hear that word, we talk about lamentation, yeah, and distress. И печали. They are like a Gandharanaga, a non-existent palace that one imagines to exist in the forest. Они подобны Гандхаранагару, то есть город, который не существует, который человеку кажется, что он существует где-то в лесу. Because they are impermanent, they are no better than illusions, dreams, and mental concoctions. Поскольку они временны, они ничем не лучше иллюзий, снов и каких-то видений. So, you see here that
whatever one may desire, one desires to have power, kingdom, friends, relatives, but they in themselves are causes of, among other things, lamentation. Человек может хотеть обрести богатство, царство, друзей, но нужно понимать, что все эти вещи сами по себе могут стать источником скорби и печали. Whatever we are attached to will ultimately become a form of suffering for us. Суть в том, что то, к чему мы привязаны, становится источником наших страданий и скорби. Whatever we accept for material enjoyment must turn into lamentation. Все, что мы принимаем для материального наслаждения, является причиной скорби. Ah, so now a quote from Bhishma Dev in Mahabharata. Следующая цитата Бхишма Дева из Махабхараты. He says that indulgence in grief destroys one's personal beauty. Который говорит, что если человек погружается в скорбь, то тем самым он разрушается его красота, привлекательность. It also destroys one's duration of life. А также сокращается продолжительность жизни человека. Prosperity, его благополучие and virtue. И добродетельность. One who constantly dwells upon his misfortune loses all enthusiasm. Тот, кто постоянно размышляет или о своих неудачах, теряет энтузиазм. Mental equilibrium, mental equilibrium. Умственное равновесие. And bodily strength. И физическую силу. In this way he meets with total defeat in life. И таким образом он терпит поражение в своей жизни. So this grief and lamentation, this is a kind of perverse sense gratification. Скорбь и уныние — это своего рода такое извращенное чувственное наслаждение. Everyone meets with misfortune. Каждый встречает на жизненном пути какие-то неудачи, сталкивается с ними. But if we just go on lamenting, но если человек продолжает скорбеть об этом, that cannot help us at all. То это нисколько, ничем ему не поможет. It's natural to, as long as one is in material consciousness, to be affected by, to be unhappy when things go wrong. До тех пор, пока человек пребывает, пока мы имеем материальное тело, естественно, мы будем разочарованы, если мы чего-то не обретаем или если что-то идет не так у нас. But in the mode of ignorance, one just goes on and on and on and on, complaining and grousing and moaning and groaning. Но если человек пребывает в гуне, под воздействием гуна невежества, то он просто не выходит из этого состояния скорби, уныния, печали, постоянно причитает, о чем-то скорбит. So these are various warnings not to sink into just tamasic, mode of ignorance, lamentation. Поэтому это своего рода предупреждение для нас, что мы не должны погружаться в тамас, не должны погружаться в скорбь. Then from Mahabharata, again, Arjuna to Yudhishthira. Do not yield to depression, for it corrodes one's good intelligence. Также из Махабхараты цитата Арджуны говорит Юдхиштхире, не донат yield to lamentation because it's corrupts. It corrodes. Corrodes one's good intelligence. Corrode, you know, it's like some acid in the battery corrodes it. Не нужно поддаваться, говорит Арджуна, скорби, поскольку он разрушает, разъедает разум. Good intelligence means again that there should be equilibrium. Samatvam, that's called in Bhagavad Gita. Krishna refers to samatvam. Samatvam yoga uchyate. Mental equilibrium is called yoga. Поскольку разум сам по себе подразумевает умственное спокойствие, умственное равновесие. Then Krishna to Uddhava in Bhagavatam, 11th canto, chapter 25, text 18. В 11-й песне Шримад Бхагаватам, 25-й главе, текст 18. Кришна говорит Судхая. When one's higher awareness fails and finally disappears, and thus one is unable to concentrate his attention,
his mind is ruined and manifests ignorance and depression, you should understand this situation to be the predominance of the mode of ignorance. Преобладание тамагуны у невежества характеризуется постепенной утратой возвышенного сознания, неспособностью сконцентрироваться, безумием, невежеством и депрессией. Equilibrium. This is what is aimed at in psychology. Психологи, они стремятся как раз вот к этой цели достичь умственного спокойствия, уравновешенности. They talk about being balanced, mentally balanced. То есть они говорят о каком-то балансе. So that same understanding is there in Bhagavad Gita. На самом деле это понимание есть в Бхагавад-гите. That's called, yeah, samatvam. Оно называется это состояние саматвам. Samatvam yoga uchate. Krishna says that mental equilibrium is called yoga. Samatvam йогам учате. Кришна говорит, что вот эта вот уравновешенность, умственное спокойствие как раз является йогой. And Krishna gives many instructions about this. Кришна на самом деле много дает наставлений на этот счет. Sukhe, dukhe, same, kritva. One should act in the same way, same, in distress and in happiness. Кришна говорит, что человек должен действовать одинаково, самотве, и в радости, и в печали. Labha, labha, jayo, jayo. Whether one is in gain or in loss, in victory or defeat. Приобретает человек что-то или теряет, побеждает или проигрывает. Tato yudhasva yudhasva. Tato yudhasva. One, you should fight anyway for the sake of fighting, because your duty. Далее он говорит, все равно ты должен, несмотря на все это, ты должен просто сражаться, просто исполняя свой долг. Naivam papam apapsyasi. In this way you'll be unaffected by sin. И если ты будешь действовать таким образом, грех не коснется тебя. Krishna to Arjuna. Again, this is not in Bhagavad Gita, but in Mahabharata, Drona Parva. В Махабарате также Кришна обращается к Арджуне. Это наставления не вошли в Бхагавад-гиту, они приводятся в Дрона-парве. Moroseness is a great impediment to action. Скорбь препятствует, очень сильно препятствует деятельности или каким-либо действиям. So if one becomes completely morose, you just don't feel like doing anything. Когда человек в печали пребывает, он не хочет ничего делать, ему не хочется что-либо делать. Oh, what's the point? Nothing's going to work out. Да зачем все это надо? Все равно ничего не получится. Вообще ничего не хочется делать, потому что вообще никакого смысла не вижу что-либо делать. So this means we've sunk down into tamaguna. Это означает, что человек погрузился в тамагуну. We should act, not in rajaguna. Необходимо действовать. Конечно, не в гуне страсти. Not even in sattva-guna. Даже не в гуне благости. But for the pleasure of Krishna. Но для удовольствия Кришны. Krishnarthe kila cheshta. Everything should be done for the satisfaction of Krishna. Все нужно делать только ради удовольствия Кришны. Yeah, everyone's invited to turn off their mobile phone. Пожалуйста, отключите телефоны или переведите их в беззвучный режим. Now again from Mahabharata. Опять цитата из Махабхараты. This is spoken by Vidura. Эти слова произносит Видура. When one falls down from proper behavior, then he becomes victimized by grief. Когда человек перестает вести себя надлежащим образом, его одолевает скорбь. So we can expect that in modern society that grief, deep distress is normal. И мы видим, что в современном обществе вот это вот чувство скорби, оно уже сильно укоренилось и стало нормой. Because no one
acts according to proper behavior as given in Shastra. Почему? Потому что люди не ведут себя надлежащим образом, не следуют принципам священных писаний. Pravritin cha nivritin cha janana vidur asuraha. Krishna says in Bhagavad Gita that the demoniac, they do not know what is proper behavior or improper behavior. Кришна объясняет в Бхагавадгите, что демоничные люди не знают, в чем заключается правильное поведение, в чем неправильное, что нужно делать, а что нельзя. And it's just considered completely normal to have slaughterhouses and drink alcohol and so many horrible things. И сейчас в современном обществе считается нормой присутствие скотобоин или потребление спиртного. So grief is the expected outcome of living a sinful life. Поэтому скорбь является всего лишь следствием вот такого греховного образа жизни. So Vidura continues. Vidura продолжает. Such sorrow is very destructive. Такая скорбь, такая печаль очень деструктивна. For it takes away one's natural beauty. Поскольку лишает человека привлекательности естественной. It diminishes one's strength and energy. Оно сокращает энергию, силы человека. It clouds one's understanding. И затуманивает понимание человека, видение его. And it causes disease. И приводит к развитию болезней. So we see that if someone is overcome by mental distress, then even if they're physically their body may be beautiful, but then just by their face they appear unattractive. Поэтому человек, которого одолевают какие-то беспокойства, какие-то скорбь, страдания, то даже если внешне его тело привлекательно, то лицо будет выглядеть отталкивающе. And again, they lose all strength and energy, all will to work. И такие люди все равно теряют, в конце концов, все свои силы, желание действовать. If overcome by grief, then one's understanding must be unclear. Если человек одолеваем скорбью, это значит, что он утратил правильное понимание вещей. And interesting states here that it causes disease. И также это приводит к развитию заболеваний. In modern society, practically just in the last generation, doctors have come to recognize that mental distress leads to physical illness. Практически, то есть последние исследования врачей современных также говорят о том, что где-то проблемы психологические, в частности, скорбь, она приводит к развитию заболеваний на физическом уровне. Previously they used to think that, well, whatever disease is there, it's just something to do with chemicals. Раньше люди считали, что болезнь обусловлена какими-то, то есть происходит, протекает на химическом уровне, на уровне химических элементов. So if we give some injection of chemicals or some pills of chemicals, that should make people better. Поэтому если ввести в человеческий организм какие-то другие химические элементы, в виде укола или таблеток, то человек выздоровеет. But they're increasingly recognizing that mental disturbance causes disease. Но сейчас все больше и больше людей понимают, что умственные беспокойства, они приводят к развитию различных заболеваний. Stress is major cause of disease, and in the modern cities, everyone is stressed out. В частности, стресс является основной причиной заболеваний, а жители современных городов практически поголовно пребывают в этом состоянии. Actually, this protracted lamentation, oh, everything's so bad, it's actually a manifestation of great egoism. И вот это вот состояние скорби, когда человек говорит, все плохо, является на самом деле проявлением эгоизма. Because one puts so,
It means putting so much importance on one's own self. Это означает, что человек слишком много о себе думает. Because the world doesn't adjust itself to the way I want it to be, therefore everything is wrong. Нужно понимать, что мир не создан для того, чтобы приспосабливаться под мои нужды и желания. He wanted to think Ishvaroham Aham Bhogi, I am the Lord and the enjoyer of everything. But practically he's just seeing how he's being crushed at every step. Человек считает Ишвараham Aham Bhogi, я контролирующий, я наслаждающийся, но на каждом шагу он видит, что это, так сказать, теория его разбивается. And although he may be lamenting how others are not treating him properly, if he got the situation, he would treat them as badly or worse. И человек может скорбить о том, что с ним неправильно поступают, но если он сам окажется в такой ситуации, он также точно так же плохо поступает с окружающими, может быть, даже еще хуже. So, another quote. This is again from Mahabharata. Еще одна цитата из Махабхараты. He compares, just like putting a hot iron rod into a pot of water, the water becomes hot. Приводится сравнение, если поместить раскаленное железо в горшок с водой, то вода нагреется. So in the same way, if our mind is burning with grief, then the whole body becomes affected. Точно так же, если ум человека одолевает скорбь, то поражается все физическое тело человека. It causes all kinds of physical diseases. Это приводит к развитию заболеваний. Then, again, from Mahabharata. Опять цитата из Махабхараты. As we see in Mahabharata, in the, there's great cause for the Pandavas to lament, but they do not. They come close to it, but they don't become overwhelmed with lamentation. Поскольку в Махабхарате приводится много причин, то есть приводится история, в которой есть много причин у Пандавов скорбить, но несмотря на эти все причины, мы видим, что они не погружаются вот в это состояние скорби. Now we see many people who we could call to be depressed or whatever. Why is that? И что касается людей, которые испытывают депрессию или скорбь, можем посмотреть на них и понять, почему это происходит. Because they're always thinking of their sorry situation. Происходит потому, что они постоянно думают о том, что с ними произошло не так. But in the next quote from Mahabharata, it's stated that you cannot diminish misery by obsessively dwelling on it. Ну, вот в следующей цитате из Махабхараты сказано, что невозможно избавиться от страданий, просто размышляя о них. And if you just keep on thinking about your misfortune, then you don't get free from the distress by doing so, you actually increase your distress. Если человек думает о причинах своих страданий, то страдания его не сокращаются, а только увеличиваются. So these are some quotes from Shastra. Вот это такие выдержки из священных писаний. They don't have anything directly to do with Krishna consciousness. Напрямую они не связаны с сознанием Кришны. But they help us to save ourselves from being victimized by the material consciousness that blocks our Krishna consciousness. Но они помогают избавиться от материального сознания, которое является препятствием для развития сознания Кришны. Now what should we do? Что же нам делать? Here's a suggestion. Вот есть предложение. Narada Muni states. Narada Muni говорит. Is in Bhagavatam. Шримад Бхагаватам. By discussing spiritual knowledge, one can conquer lamentation and illusion. Обсуждая духовные знания, человек может избавиться от скорби и иллюзии. So by if we understand that I'm just a tiny living being, an eternal servant of Krishna. Если человек понимает, что я крохотное живое существо, вечный слуга Кришны. And that Krishna loves us.
то, что Кришна любит нас. Krishna is always trying to help us if we and he reciprocates, especially if we're very sincere. Что Кришна очень милостив к нам и отвечает нам взаимностью, в особенности если мы искренни. So there's no need to lament. Поэтому нет никакой причины для скорби. Distress comes, that's страдания приходят. Absolutely unavoidable in the material world. В материальном мире их невозможно избежать. But we should take shelter of Krishna. Но необходимо принять прибежище у Кришны. And then, where is the distress? И все страдания уйдут. So, discussing spiritual knowledge, then we won't be distressed. Итак, избавиться от страданий можно, обсуждая духовные знания. Then, similarly, attaining the mercy of Krishna. Обретение милости Кришны. There's a prayer here, which is recorded. From Sri Chaitanya Charitamrita. Молитва приводится в Шри Чайтанья Чаритамрите. Praying to Chaitanya Mahaprabhu as the ocean of mercy. Господу Чайтанье обращаются как к океану милости. Says, let there be an arising and awakening of your auspicious mercy. Преданный призывает благоприятную всеблагую милость Господа. Your auspicious mercy easily drives away all kinds of material lamentation. Поскольку твоя всеблагая милость, молится преданный, устраняет всю скорбь и все страдания. Everything that has a touch with Chaitanya Mahaprabhu must be pure and blissful. Все, что связано с Господом Чайтаньей, наполнено чистоты и блаженства. So in that situation, why lament? Поэтому в этой ситуации нет никаких причин для скорби. So by taking shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then all our lamentation, illusion, and all bad qualities they go away. Приняв прибежище Господа Чайтаньи, мы сможем избавиться от скорби, иллюзий и каких-то дурных своих качеств. In a famous verse of Bhagavad Gita, Krishna, he states that those who are wise do not lament. Either for the living or for the dead. Nanu shochanti pangataha. В известном тексте Бхагавад-гиты Кришна говорит, что знающий человек не скорбит ни о живых, ни о мертвых. We shouldn't lament for this body. Не нужно скорбеть о теле. This body is temporary. Это тело бренно. This temporary body is not me. I am eternal. И это бренное тело не является мной. Я вечное существо. So, by discussing spiritual knowledge like this, we become free from lamentation, which is otherwise unavoidable if we associate our identity with this material body. И обсуждая такие духовные темы, мы сможем избавиться от скорби, которая неизбежна, если мы отождествляем себя с материальным телом. Now here's a statement from Bhishma to Maharaj Yudhishthira in Mahabharata. Еще одна цитата. Бишма обращается к Махараджу Юдхиштхире в Махабхарате. He says to him, Bhishma says to Yudhishthira, that you yourself are an object of pity. You're in a lamentable condition. Бишма говорит, что ты находишься в жалком, плачевном состоянии. But you are grieving for another. Но ты сожалеешь о чем-то ином. So just like if someone dies, we grieve for that person. То есть если человек умирает, то мы скорбим об этом человеке. But we ourselves are in the same position, just short matter of time separating ourselves from being carried off to the burning ground. Но мы сами находимся, по сути, в состоянии умирающего. Нас от смерти отделяет всего лишь непродолжительный отрезок времени. So for us to lament for others is foolish. Поэтому для нас самих, то есть нам самим глупо скорбеть о ком-то другом. It used to be in villages, in small towns, in Europe, when someone dies, they ring the bell continuously, the church bell, ding, ding, we go all over the village. Вот раньше в деревнях или в маленьких городках Европы, когда кто-то умирал, в деревне звонил церковный колокол. And this gave right. Well, then there was
in some ancient book by Cicero, some Roman, the question came up, or the, in the village they heard the bell ringing, so they say, oh, for whom does the bell toll? In other words, who died? Да, поэтому есть выражение, по ком звонит колокол. То есть, иными словами, кто умер? And the reply came, don't ask, it's for you. И ответ такой, что не спрашивай, он звонит по тебе. Why are you asking this foolish question? In other words, today it's someone, and tomorrow, next day it'll be you. Не задавай глупых вопросов. Сегодня умер кто-то другой, завтра умрешь ты. For whom the bell tolls. По ком звонит колокол? So, ding, 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 ding. It's... Who's that for? Oh, it's him. Oh, you know. Who's that for? Oh, it's for someone else. Who's that for? Oh, it's someone else. Who's? Oh, this time it's for you. А ком звонит колокол? А он умер. А это о ком звонит? А тот умер. Тот умер. А сейчас о ком звонит? А обо мне. Я умер. So, as if we identify with the body, we lament for others, and others lament for us. It's just lamentation after lamentation. Если мы находимся на телесном уровне, материальном, то мы будем скорбить о других, другие будут скорбить о нас. В общем, все будут друг о друге скорбить. Yeah. So Bhishma says to Yudhishthira, how is it, even though you are an object of pity, you are grieving for the condition of another? Так вот, Бишма говорит Юдхиштхире, ты сам находишься в жалком состоянии, но скорбишь о плачевном состоянии другого человека. Soon you will die and others will lament for you. Скоро ты умрешь, и другие будут скорбеть о тебе. And then later on, the people who lament for you, others will lament about them. Позднее умрут те, кто скорбел о тебе, и другие будут скорбеть о них. So this kind of false lamentation goes on the basis of the body. И в основе этой ложной скорби лежит телесное представление о жизни. Because you don't understand that the real person is eternal and unchanging. Поскольку ты не понимаешь, что личность и настоящая личность вечная и неизменная. In other words, if we understand that we're not the body, we're eternal spirit soul, part and parcel of Krishna, then there's nothing to become distressed. Другими словами, если мы понимаем, что мы вечная душа, неотъемлемая частица Кришны, то у нас не будет никаких причин для скорби. Jeev Krishna das ebishas korle ta or dukhanai. If we understand that I'm the eternal servant of Krishna, I've got nothing to do with this body, then there's no distress. Если я понимаю, что я вечный слуга Кришны, не имею никакого отношения к этому материальному телу, то у меня нет никаких причин скорбить. This is discussed further in Shrimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 15, Text 26. Дальше эта тема также обсуждается в 6 главе. Shrimad Bhagavatam, 6 песни, Canto 6, Chapter 15. 15 глава. Текст 26. Есть еще одна распечатка, можно? В комнате. Там не открыто. Там ключ. It's the number. Secret number. The location of the key. Oh, the location of the key. Да, 26 текст, 15 главы, 6 песни. Ангира Риши to Читракету Махарадж again. Опять Ангира Риши обращается к царю Читракету. Читракету was lamenting. Читракету скорбел. Ангира said. Ангира сказал. Carefully consider the position of the Atma. In other words, try to understand who you are, whether body, mind or soul. Consider where you have come from, where you are going after giving up this body, and why you are under the control of material lamentation. Try to understand your real position in this way, and then you will be able to give up your unnecessary attachment. You will also be able to give up the belief that this material world, or anything not directly in touch with service to Krishna, is eternal, thus you will attain peace. Поэтому царь Читракету тщательно обдумай положение атмы. Пойми, кто ты – тело, ум или душа. Задумайся над тем, откуда ты пришел, куда уйдешь, покинув это тело, и почему тебя одолевает скорбь. Осознав свою природу, ты избавишься от ненужных привязанностей и слепой веры в вечную природу материального мира и всего, что непосредственно не связано со служением Кришне. Так ты сможешь обрести мир в душе.
So by clear spiritual understanding, we can transcend material distress and material happiness. Поэтому, обретя ясное духовное понимание, духовное знание, мы сможем избавиться от как материального несчастья, скорби, так и счастья. Dukeshvanadvignamana sukeshu vigatasprihaha. In Bhagavad Gita, Krishna speaks of the person who has got samatvam, mental equilibrium. Кришна описывает человека, который достиг самотвам, умственного равновесия. Vitaraga bhaya krodha sthita dhyamuni ruchite. He further explains, one who is free of attachment, fear and anger, such a person is called a sage of steady intelligence. Человека называют утвердившимся в разуме, того, кто избавился от страха, привязанности и скорби. So in distress he doesn't become distressed. In amid causes of distress he doesn't become distressed. То есть, несмотря на все причины, как бы поскорбить, такой человек не скорбит. So you may find even mundane psychologists telling you that. Об этом, в принципе, говорят даже мирские психологи. But what about in when there are causes for happiness not becoming elated? This Krishna also says. Но как насчет того, чтобы не радоваться, когда есть причина для радости и счастья? Oh, my house just got burgled. I lost everything. Меня только что ограбили, вынесли все мое имущество. Of course, it's understood that someone's distressed, but he shouldn't become totally overwhelmed by that. Понятно, что это печальное положение, но это не значит, что нужно полностью погрузиться и предаться этой скорби. But what about, someone just gave you, you won the lottery, and how much can you win in the lottery in this country? A million rubles at one time? I don't know. Any lottery not like in America. No one's going to admit it if they are. Okay. I found oil in my back garden, but the government would take it away. It belongs, yeah. Your back garden goes down half a meter, that's all. It's difficult. If you find gold buried, the government will take that away too, probably. No, you won't hit some 25%. Yeah, 25%. So, anyway, I got lots of money, somehow or other. My far relative died. Yeah, my some oil oligarch looked at me and gave me 20 million rubles. So I, out of some whim, they don't do that kind of thing, but just pretend. Но предположим, вам повезло, и какой-нибудь нефтяной олигарх посмотрел на вас и подарил вам 20 миллионов рублей. Конечно, обычно это не происходит, но предположим, такая гипотетическая ситуация произошла. In the modern age, it's even difficult to imagine something good happening to you. В современном мире даже трудно представить, придумать что-то хорошее, что может произойти с человеком. We used to have fairy stories about in this country, like Cinderella. Раньше были сказки такие, как Золушка, подобные. There's no hope of that now. Но сейчас такой сюжет, так сказать, вообще. So anyway, something very good happens to you, but then also you just. All right. It's as temporary and illusory as something bad. Ну, даже если что-то хорошее с вами происходит, то нужно понимать, что это временное и иллюзорное. Sudama Vipra is the great example of this. Примером ярким этому является Судама Випра. That when he was in great financial difficulty, he was completely peaceful in mind, worshipping Krishna. Когда он испытывал какие-то финансовые сложности, он сохранял спокойствие, продолжал поклоняться Кришне. And then, he suddenly became extraordinarily opulent. И неожиданно для себя он стал вдруг очень-очень богатым. And he was the same. He went on worshiping Krishna. Но при этом ничто не изменилось, его состояние осталось прежним, он продолжал поклоняться Кришне. So that's an example of mental equilibrium. Вот это пример умственного равновесия. Now, here's another statement from Mahabharata. Еще одна цитата из Махабхараты. It's just very sensible advice.
Очень разумный совет, на самом деле. No, this one. Give it to me. I think you didn't bring. No, I think you didn't bring it. No, you didn't. Okay, never mind. Don't lament because you went. Не нужно скорбить из-за того, чтобы. Okay. Maybe it's inside the mate somewhere. So that which is universal or unavoidable should not be grieved for. То, чего избежать, чего невозможно, не нужно об этом скорбить. Same thing Krishna says in Bhagavad Gita. Death, it's going to happen. So. Об этом Кришна говорит в Бхагавад Гите. Смерть неизбежна, поэтому зачем скорбить? So naturally one feels sadness if a loved one passes away. Естественно, человек испытывает печаль, когда он расстается с любимым. But it's not something that you just completely lose your mental equilibrium, you stop all your work for, you just become totally devastated. Но это не означает, что вы должны полностью, так сказать, прекратить заниматься тем, чем вы занимались, и погрузиться вот в это состояние скорби безутешной. Oh, as I was saying before, that if in Vedic culture people understood that mental imbalance or mental distress that is the cause of bodily illness. Да, я уже говорил о том, что в ведические времена люди понимали, что умственное беспокойство является причиной заболевания тела. So here's more about this from the Mahabharata. Вот еще об этой теме одна цитата из Махабхараты. Mental grief is one of the main causes of bodily illness. Беспокойство в уме является причиной телесных заболеваний. Therefore, a competent physician always first of all allays the mental suffering of a patient. Поэтому опытный врач прежде всего избавляет человека от умственных беспокойств, от обеспокоенности в уме. A good doctor is able to calm the patient down and make them. Опытный врач, ему удается успокоить своего пациента, своего больного. And he does that by giving good instructions. Ему это удается. Так каким образом это ему удается? Он дает правильные указания. Before administering any medicine. Before administering any medicine. Даже и эти указания, эти наставления, эти рекомендации он дает еще до того, как выписывает ему какие-то лекарства. Just as water can put out fire. Точно так же, как вода тушит огонь. So mental distress can be quickly dispelled by enlightenment of real knowledge. Также избавиться от беспокойства уме можно, обретя настоящее подлинное знание. A great example of that is Arjuna. И ярким примером ему служит Арджуна, who was greatly lamenting, который очень сильно скорбил. And who he was so much lamenting that he felt hopeless, he didn't want to fight. Скорбь его была настолько сильной, что он решил даже отказаться от участия в битве. But then we see that when he took Krishna's instructions, then he again became full of energy. Но впоследствии, получив наставление от Кришны, приняв эти наставления, мы видим, что он вновь вдохновился, вновь обрел энтузиазм и решительность. Brahma-bhuta prasanna-atma na-shocati-na-kangshati. One who is transcendentally situated doesn't lament, nor does he hanker for anything. Тот, кто находится на трансцендентном уровне, он не скорбит ни о чем и ни к чему не стремится. Now, this doesn't mean that you just pretend that bad situations aren't there. Это не означает, что человек как бы закрывает глаза, то есть что он не видит каких-то, не сталкивается с какими-то трудностями или проблемами. Или он делает вид, что плохое и хорошее, между ними нет никакой разницы. But that one doesn't become overwhelmed by adverse situations. Просто человек не позволяет себя вот этим беспокойством погрузить в скорбь.
We find that Krishna again and again speaks of this in Bhagavad Gita. Опять же, Кришна говорит об этом в Бхагавад Гите. And he counts among the symptoms of a devotee who's very dear to him as one who he doesn't rejoice, he doesn't grieve, he doesn't lament, he doesn't desire. Описывая тех преданных, которые дороги ему, он называет их качество, то, что эти преданные не скорбят, ни к чему не стремятся, не имеют никаких желаний. Even on the material platform, this is a quote from Bhishma in Mahabharata. Опять вернемся на материальный уровень. Указание, наставление Бишмы из Махабхараты. If one falls into a very distressed condition, если человек оказывается в очень трудном положении, he shouldn't become totally overwhelmed, он не должен полностью погружаться в скорбь. But he should practice fortitude. Fortitude means like strength or yeah, it means endurance. Patience, endurance, and remaining determined even in adverse situations. Несмотря на это, человек должен сохранять терпение и решимость, то есть не разочаровываться. Because we should know that in this material world, it's up and down, up and down, up and down. Поскольку в материальном мире жизнь протекает. То есть жизнь состоит из взлетов и падений, взлетов и падений. But if due to tamagun we identify with our distressed position, then that just takes us down and keeps us down. Но если под воздействием гуна невежества мы отождествляем себя с вот этой скорбью, со страданиями, то в таком состоянии мы будем погружаться в эту скорбь все ниже и ниже, глубже и глубже. But if we possess mental equilibrium, then we can continue working and gradually we'll come up. Тогда как если мы будем сохранять умственное равновесие, то мы сможем преодолеть эти трудности спокойно. And that's the same in spiritual life. То же самое в духовной жизни. There are ups and downs. Есть взлеты и падения. But what, if we become, when we go down and we think, oh, it's hopeless, I'm never going to get rid of material desires. Поэтому даже если в духовной жизни мы испытываем разочарование, говорим, о, я никогда не смогу, похоже, избавиться от материальных желаний. Then we simply we go down, we stay down, and we never come up. То вот мы можем погрузиться в это состояние и никогда уже из него не выйти, никогда не возвыситься над ним. But we should remain hopeful that even though I'm struggling, but let me go on. Krishna will help. Krishna will surely help if I keep on struggling. Но мы не должны терять надежды в то, что Кришна обязательно поможет нам, если мы будем продолжать бороться. And then Krishna will help him. И Кришна обязательно поможет. But if we think, oh, it's hopeless. Then that means we lost faith in Krishna. Но если будем думать, ну все, это конец, никакой надежды нет. Это означает то, что мы потеряли веру в Кришну. Even if we think I'm so useless, I can't make any advancement, still we have to try to serve Krishna. Даже если мы считаем себя бесполезными и не прогрессирующими, все равно мы должны не оставлять попыток служить Кришне. And from in the Srimad Bhagavatam again, there's a whole narration about the pigeon. Вот в Шримад-Бхагаватам приводится целая история о голубе, who lost his whole family, который потерял всю свою семью. Which was caught by a hunter. Эту семью поймал в селок охотник. And out of distress he fell into the hunter's net also. И подавшись скорби, he was sitting on the tree and he just collapsed and landed in the net also. Подавшись скорби, этот голубь, увидев, что вся семья его оказалась в силках охотника, он тоже, так сказать, упал в эти сети. So this is a warning against excessive mundane affection. Это вот предупреждение, которое предупреждает что человек о том, что не следует, так сказать, испытывать чрезмерную мирскую привязанность к кому-то. There's no such thing as excessive spiritual affection. Чрезмерный не может быть духовной привязанности. Духовная привязанность не может быть чрезмерной. That is our aim, to become more and more and more and more and more attached to Krishna. Наоборот,
наша цель заключается в том, чтобы наша привязанность к Кришне росла все больше и больше и больше. But mundane affection is certain to end in lamentation. Но мирская привязанность приводит просто к скорби. And then we have to experience great suffering, as did the pigeon. И тогда человек будет вынужден испытать сильные страдания, точно так же, как вот этот голубь. Now, often we find that the people who suffer the most are those who are in the illusion of being enjoyers of this world. Часто видно, что сильнее всего страдают те, кто пребывает в иллюзии наслаждающегося. Just like if we go to America now in the big cities, we'll see many beggars. Например, если в Америке, отправиться в Америку, в какой-нибудь большой город, то можно на улице увидеть много нищих. They have millions of dollars for sorting out other countries' problems by offering them bombs and tanks and things like that. Америка тратит миллионы, миллиарды долларов на то, чтобы вмешиваться в дела других стран, устраивая бомбежки и вводя туда свои войска. But many of their soldiers, when they come back from the battlefield, they end up begging in the streets. Но многие солдаты, возвращаясь к себе на родину, в Америку, заканчивают свои дни тем, что превращаются в таких попрошаек. It's not only ex-soldiers. Но попрошайками являются не только ветераны каких-то боевых действий. Sometimes it's people who were previously, they had very high positions in a company, and then they're earning lots of money, and then the company just one day threw them out. Иногда попрошайками становятся люди, возглавляющие или управлявшие крупными компаниями. В один прекрасный момент компания становится банкротом, и этих людей выбрасывают на улицу. So the beggars who were previously very rich, they lament more than people who are just poor all their life. Поэтому вот, если человек потерял все и стал, то есть раньше был богатым, но потом стал неожиданно нищим, он скорбит и страдает больше, чем бедный человек, который всю жизнь был нищим. Someone who just grew up from the very beginning, they have nothing, then they're used to that. But someone who's used to have lots of servants, hey, come here, do this, do that, and they have a big car, they can fly here and there as they like, and then all of a sudden they have nothing, and they lament so much. Если человек с самого начала ничего не имел, то в принципе ему и терять нечего. Но люди, которые привыкли к власти, к положению, которые приказывали людям, командовали, у которых были дорогие автомобили, которые могли свободно передвигаться по миру, когда они теряют все это, то, естественно, они страдают гораздо сильнее. Now here's from Mahabharata, Bali Maharaj speaking to Indra. Еще одна история из Махабхараты. Бали Махарадж обращается к Индре. Who can be materially better situated than Indra? Можно ли представить себе кого-либо более в материальном плане, so Bali, более удачливого, чем Индра? Bali said to Indra. Итак, Бали говорит Индре. It is very foolish for a person to become proud of his prosperity. Глупо человеку гордиться богатством. Can you imagine how much false ego Indra has got? Вы представляете себе размер ложного эго у Индры? We see if someone is the head of a big... Actually, just a few days ago, I was... devotees arranged for me to wait in Delhi in the airport in the VIP lounge. На самом деле, вот буквально пару дней назад преданные устроили так, что я ожидал в Дельхийском аэропорту своего рейса, но ожидал не в простом зале ожидания, а в зале ожидания для VIP-персон. So I was talking with the man who arranged that from the inside. He was part of the customs, some high-ranking officer in the customs. И вот так случилось, что я разговаривался вот с одним человеком, сотрудником там, или таможни или пограничника, который занимал какое-то положение. Ашрам Кхан, yeah, his name. Yeah. Он был Ашрам Кхан, его звали. Khan means he's a Pathan Muslim. Фамилия Khan означает, что он мусульманин.
not just a Muslim man, but Khan, it's like high class. То есть не просто мусульманин, а хан. Такой знатный. You have that name here among the Muslims here. You have that name also. It's also considered higher level or? It means like surname? Yeah, it's a surname, but it means they're from like a very prestigious Khan, yes, like a king. Yeah, like that. No, but in Russian, Khan is it's not a surname, it's not a name. Yeah, it's just the family is Khan. Khan. Mm-hmm. Anyway, I was talking with him. He was a very nice man, and I said to him, "Well, you must see like all the big people, all the big cricket stars, politicians, cricket players." И вот этот человек, разговаривший с ним, он стал мне рассказывать о вот этих знаменитостях индийских, или политиках, или звездах спорта, звездах крикета. And I asked him, have you seen Narendra Modi, the new prime minister? Because he's just new prime minister. I forgot he'd already, at the time he was in Brazil, the prime minister. So he said, yeah, of course I saw him. He has to come through the airport. Я спросил, а вы встречались, сталкивались ли с новым премьером Индии Нарендра Моди? Нарендра Моди уже в это время был в Бразилии там, на саммите. И он сказал, да, конечно, Нарендра Моди проходит тоже через нас, наш зал. Завтра он сказал, он возвращается как раз премьер в страну. То есть вот буквально два дня назад это было. So I said to him that, okay, next time we'll arrange for you to be. No, we won't. We don't. Devotees don't do things like that. Okay. Fined. Fined, yeah. But they never give the fine. It's useless. Следующий раз мы вас оштрафуем. So he said, "Well, you see, sometimes you find people who are like they're very big, very famous, and they're very down to earth." Down to earth, like simple. Yeah, it's an English phrase. It means you got your feet on the ground instead of having your head in the clouds. Я сказал, что да, часто можно можно видеть, что несмотря на богатство, несмотря на свое положение, люди, так сказать, не витают в облаках, они достаточно скромно ведут себя. But he said it's more common that you find people who are not really very big, but they think they are, and they're the ones who are very Но чаще встречается ситуация, когда человек особо высокого положения не занимает, то есть какое-то положение занимает, но он думает, что он очень важный, и поэтому смотрит на всех свысока. So, yeah, Bali to Indra. Так Бали говорит Индра. It is very foolish for a person to become proud of his prosperity. Глупо гордиться богатством своим. Because all positions within the material world are reversed in due course of time. Поскольку в материальном мире любое положение человек теряет и оказывается со временем, так сказать, в противоположном положении. Yeah, if it's just like if you want to get on someone's case and really be nasty to them, you should know that at some point in the future, by the laws of karma, it'll be reversed, and they'll be on top of you. Вы должны понимать, что если вы кого-то, так сказать, очень сильно гнобите, да, то со временем вы окажетесь в положении, когда вы поменяетесь местами. То есть по закону кармы вы окажетесь в положении, когда этот человек, которого вы угнетали, будет угнетать вас. Just like mamsa means meat, Sanskrit word for meat. I'm eating you. Next time you will eat me. Мясо происходит от слова санскритского мамса. То есть сейчас я ем тебя, потом ты будешь есть меня. So Bali said to Indra, continuing, "You should cast off your false pride." Избавься от своей ложной гордости, говорит Бали Махарадж Индре. And the great attachment which you have for the objects of affection. И привязанность свою каким-то материальным объектам, которым ты испытываешь материальную любовь и привязанность. However prosperous you may be, there will come a time by the natural course of this world that you will come to a situation when you are in great misfortune.
несмотря на огромное богатство, которым человек может обладать, обязательно настанет тот день, когда потеряет эти богатства. As I often say in Hindi, in lectures, and it always gets a laugh, but you can understand it, I'll translate it. Я в лекциях своих, когда даю лекции на хинди, говорю, ну вы, конечно, да, и слушатели аплодируют после этого выражения, но вы, конечно, не поймете, потому что вы не понимаете на хинди. Ajka Raja Kalka Kutta. It means the king of today is the dog of tomorrow. Today literally means today king, tomorrow dog. Сегодня ты царь, а завтра ты пес. Ajka Badsha Kalka Dili. You can also say today an emperor, tomorrow a cat. Можно изменить эту поговорку, сказать, что сегодня ты император, а завтра кошка. So Bali is said to Indra that now you're Indra, but in future you'll lose all your prosperity. То есть, иными словами, Бали Махарадж говорит, сейчас ты занимаешь пост Индры, но в будущем ты лишишься своего поста, лишишься своего богатства, лишишься своего могущества. But if you cast off the false pride of being I'm Indra and the great attachment you have for all these things. Но если ты откажешься от своей иллюзии, отбросишь эту ложную гордость, я Индра, и избавишься от привязанности к этому. Then when you lose everything, which is inevitable, then you won't lament. То в тот момент, когда ты все потеряешь, а это неизбежно, у тебя не будет причин для скорби, и ты будешь свободен от скорби. Now here's another very important point from Bali Maharaj. Еще одно важное наставление Бали Махараджа. That grief is useless. Скорбь бесполезна. Because it never dispels an adverse condition. Поскольку она никогда не помогает преодолеть трудности. See, if you're in an adverse condition, you're just lamenting. It doesn't help you at all. То есть, если вы оказались в трудной ситуации, вы скорбите, то эта скорбь никак вам не поможет. Bali Maharaj continues. Bali Maharaj продолжает. Patience and forbearance are required, for everything can be attained in time's due course. Человек должен проявлять терпение, поскольку со временем он достигнет желаемой цели. As Srila Prabhupada said in one letter, I believe, he said that, what was I going to say? Hopelessness. I forgot the word hopelessness he used. There's no benefit in hopelessness. В одном из писем, я помню, Шрила Прабхупада написал, что человек должен отказаться от безнадежности. То есть безнадежность нужно отвергнуть. Whatever condition we're in. Независимо от того, в какой бы сложной ситуации мы ни оказались. However bad it may be. Какой бы сложной, трудной ситуация это ни была. Krishna is always ready to help us. Кришна всегда готов нам помочь. And actually the real problem is not that we don't have any money or no one likes us or whatever. The real problem is that we forgot Krishna. На самом деле проблема не в том, что у нас нет денег или никто нас не любит, а проблема в том, что мы забыли Кришну. Everything else is simply symptomatic. Все остальное это уже, так сказать, следствие. Okay, I'm going to go a little over time just to get through. I just have another four quotes here. If you can not enter great lamentation that you're going to get a little late for breakfast. Немножко придется вам потерпеть. Я надеюсь, что вы не погрузитесь в скорбь из-за того, что завтрак задержится. У меня осталось 4 еще цитаты, я хотел бы закончить эту тему. This is another quote from Mahabharata. Еще одна цитата из Махабхараты. Markandeya Rishi speaking to Maharaj Yudhishthira. Маркандея Риши обращается к Махараджу Юдхиштхире. Who was definitely in a situation of great distress. Который действительно оказался в сложной ситуации. He was supposed to be the king, but he was cheated of his kingdom. Он должен был стать императором, царем, но его обманули, и он лишился царства. Everyone here over the age of 3 or 4 has memory of being cheated. То есть любой человек старше 3-4 лет, он имел этот опыт обмана, то есть его обманывали хотя бы раз в жизни. Is it not? Разве не так? Is it a pleasant experience? То есть это приятный опыт? Нет.
We all feel, Никому это неприятно. That's very distressing. И это является причиной также для скорби. Markandeya said to Yudhishthira. Так Маркандея говорит царю Юдхиштхире. Don't allow yourself to become overly aggrieved on account of your suffering. Не позволяй себе погружаться в скорбь из-за каких-то страданий. Don't think you're unique. Не думай, что ты какой-то уникальный. People come to me and say, well, I have this problem, and they seem. I often tell them, well, you know, everyone's got problems. Like, oh, really? Когда ко мне приходят люди, говорят, вот у меня такая проблема, я отвечаю человеку, ну знаешь, вообще-то у всех проблемы есть. И человек говорит, да, не, серьезно? We tend to think that, well, my problems. Why me? Вот человек думает, что проблема только у него. Он думает, почему я? The whole world is working against me. Everyone's in a conspiracy. Все против меня настроены. Это вселенский заговор. They're not letting me know, but actually they're all having big conferences, and they're just working out how to make problems for me. То есть от меня это держат в тайне, но все собираются на какие-то тайные совещания и строят какие-то планы, как бы мне навредить. So, Markandeya said that not only you, but everyone is working under the direction of the Supreme Controller, the Supreme Personality of Godhead. Не только ты, говорит Маркандея Риши, Махараджа Юдхиштхире, но все абсолютно действуют по воле Верховной Личности Бога. Nothing can happen without his sanction. Ничто не может произойти без его санкции. We are all controlled. Мы все контролируемые. Doesn't mean that we're totally controlled. We do have minute independence. Это не означает, что мы контролируемы на все 100%. У нас есть крошечная независимость. But we can't dictate the circumstances that we're in. Но мы не можем выбирать обстоятельства, в которых мы оказываемся. So we shouldn't, if we get some great power or opulence. We shouldn't be proud of that. That's given to us by Krishna. Если мы обретаем какое-то могущество, какое-то положение, мы не должны особенно гордиться этим, потому что этим наделяет нас Кришна. We shouldn't become disturbed if things go wrong. We should know that's also given by Krishna. Точно так же мы не должны расстраиваться, когда сталкиваемся с трудностями, потому что их тоже дает Кришна. According to our past activities under the direction of Krishna, we get sometimes something good, sometimes something bad. В зависимости от нашей деятельности в прошлом и по воле Кришны мы получаем хорошее и плохое. So whether things are going very well or whether things are going very badly, we should just stick to our duty in Krishna consciousness. Поэтому происходит с нами хорошее или плохое, мы должны просто продолжать выполнять свой долг в служении Кришне. And in that way our success is guaranteed. И таким образом мы гарантируем себе успех. If we think, first of all, let me just sort out all my material problems, then I'll take to Krishna consciousness fully. Если мы думаем, что, ну, подождите, сейчас я решу все свои материальные проблемы, а потом полностью предамся Кришне. But it'll never happen because that's the nature of the material world. There are always problems. Этого никогда не произойдет, поскольку природа материального мира такова, что проблемы будут всегда. Если каждый будет думать, что ну вот сейчас еще немножко, я все решу, все проблемы, и тогда все сделаю. Now a quote from Saraswati Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Следующая цитата Бхактисиддханта Сарасвати Такура. He paraphrases statements of Shastra. Он говорит, объясняет указания священных писаний. The Supreme Lord says, Bhaktisiddhanta Saraswati, quoting him, I have arranged so much misery, pain, trouble and danger. Верховный Господь говорит, я устроил так много страданий, боли. Not to make you suffer. Не для того, чтобы ты страдал. But to teach you.
Вот для того, чтобы научить тебя. That all this misery is unnecessary. Что все эти страдания, они не нужны. So you will search for that happiness which is eternally desirable. Для того, чтобы ты искал вечного счастья, к которому следует стремиться. The joy that is eternally adorable. Той радости, которая длится вечно. Then a famous quote which Srila Prabhupada often cited. Еще одна известная цитата Шрилы Прабхупады. Таттейну кампан сусамикшамано бхунджане вадра критан випакам ридвагва пубхир видидхан намасте дживейта йо мукти падеса дайя бхак. One who earnestly waits for you, Krishna, to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances within his, with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. Number 24. It's 10. There's no. Yeah, 10:14:8. Yeah, you'll probably come across a different translation. There are various translations. Yes. Yeah. All more or less the same, but a little different. Да, это известный текст, который произносит Господь Брахма, обращенный к Господу Кришне. Десятая песня в Шримад Бхагаватам, 14 глава. And the text number is 8. Yeah. Татейну кампан сусамикшамано. Yeah. It is. Мой дорогой Господь, говорит Господь Брахма, тот, кто смиренно ждет, когда ты прольешь на него свою беспричинную милость, терпеливо снося все последствия своих прошлых ошибок и почитая тебя в сердце, словами и телом, несомненно достоин освобождения, которое становится его законным правом. And to conclude, with a quote from Srila Bhaktivinoda Thakur. И в заключение хотел бы привести цитату Бхактивинода Такура. Тибана анита джана хаша тахе нанабида бипода бха нама шрой кори джотани туми такаха апона каджи. Understand this essential fact that life is temporary and filled with various kinds of miseries. Therefore, carefully take shelter of the holy name and remain always engaged in his service as your eternal occupation. Пойми эту истину. Жизнь временно наполнена страданий. Поэтому прими прибежище святого имени и постоянно занимайся служением. Сделай это занятие своей вечной обязанностью. Or, as Srila Prabhupada would say, chant Hare Krishna and be happy. Или, как говорил Шрила Прабхупада, повторяй Харе Кришна и будь счастлив. Even though everything in this world is a cause of unhappiness, chant Hare Krishna and be happy. Даже если все в этом мире является для вас источником страданий, просто повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Chant Hare Krishna, take prasad and be happy. Повторяйте Харе Кришна, вкушайте прасад и будьте счастливы. Prabhupada didn't say that. He said chant Hare Krishna and be happy. He knew you don't have to tell them to take prasad. Но Прабхупада не так говорил. Он не говорил про прасад, поскольку понимал, что про это говорить даже не нужно. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.